Здорово, чувак. Ну ты на канале GeoRider, и сегодня я буду снимать видео про вот эту вот игрушку. Очень прикольная игрушка, всем советую. А мы скоро начнем играть в нее. Так вот, мы уже начинаем. Нам рассказывает, как играть в эту игру. Но сейчас я кое-что доделаю и прыгну. Так вот, мы уже начали. Мы убили монстра. Кстати, в этой игре есть 7 боссов. И всех 7 боссов надо убить. Но это пока что обучение, поэтому урон по мне не проходит. А когда начнем играть, все будет посложнее. Вот на этом моменте мы сейчас упадем. Да. Ну что ж, осталось только выживать. Кстати, в этой игре есть много разнообразия. К примеру, можно делать разные мечи, топоры, щиты, магия, что-либо. И прокачивать своего персонажа. Есть два костра. Один костер, чтобы делать инструменты, вот, допустим, топор или меч. Вот, как и написано тут. А белые... Можно любую магию изучить. Да, можно любую магию изучить и плюс своего игрока прокачать. В этих ящиках ничего нету, если вы... Кстати, если вы хотите, я могу оставить ссылку на канал. О, даже нам рассказывают, что тут ударить, если это. Тогда дадут нам еды. А еда пополнять наши бутыльки. Итак, мы нашего волка убили. Взяли белые... Ну, как сказать? Bright Souls. Не имею понятия, что это... Ну, если можно прокачать, так и прокачаем. Так вот, что насчет прокачки? Что именно прокачивать? Так вот, первое, стрингах, 10 дэмэджа дает, 2 хп увеличивает, и силы. Второе можно еще прокачивать. И третье. Третье дает... защиту, ну типа бьет ваш на кто-то вас бьет какой-то монстр и он мало урона наносит, никак надо. Итак, а мы продолжим. В эту игру и легко играть, но она то, что на проход, вот что интересно играть. Активируем шипы, хоть их нету. Ладно. Да, не повторяйте моих ошибок.
Надо все тщательно продумать. Я сделаю громкость побольше, чтобы вам было слышно. Итак, медицинский бутылек. Им можно использовать, чтобы пополнить свое здоровье. Вот, сейчас покажу. Вот. Нажимаете make, и все, у вас бутылек есть. Если кто-то вас ударил, вы можете это пополнить. Итак, на этом все. И дальше будут разные летсплеи проходить по этой игре. Ладно, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь.